что Гордеев оформил дубль. И здесь счет открывает Динамо Брянск после этого углового и забивает 21 номер. Хороший навес получился и подавал, кажется, Пикатов. Ну а Зенин, собственно, спокойно как-то воспринял этот пропущенный мяч. Спокойно в том плане, что продолжили сразу же атаковать. И вот первый удар. Номер Поляков. Но будет навес. Пошла подача и удар от ворот. Кстати, о Кирилле Гордееве. Он лучше бомбардир, но сейчас о другом. Грузнов здесь хороший момент. Может быть, у Факела. Илья завозился, конечно, с мячом. Нужно было раньше расставаться или бить. С распространением коронавирусной инфекции. Здесь, ух, ошибка какая! И выручает. Кортнев не забивает. Командам, которые выступают там, на Дальнем Востоке, им, конечно, тоже сложно. 0-1, а далее только победа, либо же ничейный результат. Но сейчас после этой атаки доходит дело до удара, и есть удар в створ. Скажем так, реванш не удалось взять, потому что 1-1 был зафиксирован счет в домашних стенах. И левым, но тоже навес и удар есть с небольшим перевесом гостей из Брянска, но все же чаще игра в центре поля. Но вот еще удар, не должно было быть желтым. Но здесь очень технично, уже довольно быстро атака пошла, и Мараев там пяткой начал эту атаку. Ох ты, момент, и да, выпад был там очень острый. Штрафной в центре, и хорошая подача, и ответный удар от Шипилова. 61-й. Валерий Царукян, 80-й. Сейчас штрафной. Снова заработали футболисты «Динамо». Довольно перспективный, хотя так уже довольно быстро. И почти 5 минут прошло. И ух ты, как закручивает-то. Хороший пас. Есть удар в ближний угол. Опасно, опасно. Юрий Пугачев. Но вернули максимум мяч, и попытка дальнего удара, но получает спас на Илью Грузнова, и бьет Илья, не попадает. И момент здесь, ух ты, как опасно. Внешней стороной стопы, но сейчас под левую, два заблокированных удара, Седов. Еще момент, Грузнов, штанга, ух ты. И что здесь? Долго готовится. Драгунов на подаче. Навес. Спокойно выбили защитники, но недалеко. И Кортнев выручает. Здорово. И навес. Ух, момент. Сарукян. Довольно быстро. Решил не входить в штрафную. Но вот сейчас все-таки пойдет, наверное, в дриблинг. Что придумает? Передача. Есть удар. И удваивают преимущество футболисты. В принципе, это быстро прошла. И здорово убежал Дутримов. 2-0. Андрей Зенин. Ну а уже на 91-й минуте после передачи Данилы Бутримова удвоил преимущество своей команды Юрий Пугачев. Еще удар какой дальний. И